Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня, как обычно, трешечок по полной. Если вы помните предыдущий розыгрыш еженедельки, я-то это тоже запишу, думаю, завтра, когда там спешусь с победителем. Это позапрошлая еженеделька, и я уже отдаю приз, как всегда, у нас гильдия Огники. Уже нашел подходящую гильдию. Так, поехали, забираем плюхи. Бум. О, у него не было короля. Вот такие вот плюшки сегодня на русском сервере. Помимо этого есть акция. Ну, поехали. Давайте сразу же попробуем собрать, потом побежим. Или давайте сначала по акциям пробежимся. Разбиватель яиц. Посмотрим, что у нас упадет. Сейчас посмотрим аккаунт. Бум. Ничего себе. Ничего себе, сколько там осколков дают. Интересно, интересно. Десять осколков землеройки. Ну, 100 забрали. То есть шанс есть еще получить. Так, окей, поехали. Сегодня вот такая вот акция «Хватайка» новая. «Хватайка залупайка». Так, что у нас тут интересного в ней? Получите одну бесплатную и поделиться событием. Так, из-за каждых этих... Окей, поехали, игра. Это, короче, типа разводничок. Сколько монеток? 5 жетонов всего. 40 надо. Сейчас посмотрим, какие призы. Что-то интересное. Еще 5 жетонов. А чё не пишет? Чё за разводняк? Какие плюхи, 50 жетон, ага, вот он, паскальное яйцо, паскальный зайчик, 500 за 50, неплохо, камень пламени, апогея, 1500, маскировка за 40 жетонов, я вам скажу, вообще, неплохо, неплохо, 50 рун, 15, камень судьбы, руна таланта, ну окей, поехали дальше. Так, и тут у нас 300 красных кристаллов, элек. Ну, тоже неплохо. Сумка питомцев. Еще сумка питомцев. Ну, дадите жетоны или нет? Попыток. Ну, что-то нам жалеют жетончики. Ну, интересная тема. Так, еще жетоны. Ну, видите, они сразу появляются быстрее, чем достанет этот робот. О, ничего себе, у нас 45 жетонов. 20 штук, ребята, нифига себе. Это огонь. Так, ну что, у нас будет главный приз или нет? Ну, сейчас посмотрим. Посмотрим, посмотрим. Не дало. 40... Блин, ну круто, 40, 45 штук. Давайте заберем эти акции. Вот такие вот плюшечки. Окей. Так, что у нас там дальше? Базар, набор обитателей, Демсон, колодец, войди в игру, ежедневный бонус. 1+1, способ, специальное предложение. А, сегодня еще и магазинное безумие есть. Обалдеть.
10 попыток по-любому можно добрать через 2 часа. Магазинное безумие. Так, давайте разбей яйца. Забежим сюда, откроем огника и посмотрим, что у нас получится. По осколках можно вполне собрать и того, и того героя. Так, поехали. Роза, Бугич, Капитан. Мы еще даже аккаунт не смотрели. Уже трешуем по акциям полным ходом. Так, золотой ключ. Ну, здесь 12 попыток, это, честно скажу, ни о чем. Мешок Prime. Даже героя не вытащили. 200 самов. Понятно, в общем, все здесь. Такс. Хорошо. С этим разобрались. Поехали, пооткрываем теперь плюшки, которые мы все получили. Что у нас интересного есть? Сундуки замка. Воу-воу-воу, посмотрите, сколько коробок. 60 коробок. Таких коробок 20. Скины, обалдеть. Ну, тут питомцы, понятно. Так, сумочки. Давайте начнем открыть все. Бум, 145. 165, в принципе, с акцией можно будет дособирать. Так, а что у нас по акциям? Ну, давайте прикинем. Так, а что у нас вообще на рынке сегодня есть? Я так, что-то забежал, не посмотрел. В принципе, неплохое. Роза вообще за полпака уже продается. Отлично. Восемь. Так. Так. Давайте вообще посмотрим аккаунт. Че, бездонатный? Да, аккаунт вообще бездонатный. Ну, был. Понятно, слизня мы забрать не можем. Такс. Поехали, посмотрим на героев, что есть интересного. Вообще, сколько у нас получилось осколков? Тоже интересно. Так, улучшить. Хорошо, хоть здесь кигашки не нужны. Так, с этим мы разобрались. В атайке мы уже побывали. Ну-ка, я хочу зайти в этот магазинное безумие все-таки посмотреть, что у нас получается по акции. Так, 10 шансов магазинного безумия. У нас 110 осколков, 5 сюда и сюда дособирать, я считаю, без проблем это можно сделать. Такс. Что у нас по осколкам делается? Землеройка 110. Ладно, давайте доберем. А с вас, ребята, лакосики. Ножками, ручками. Так. Какое что там у нас сегодня? Суббота. Совсем вылетела уже с этими днями.
Итак, находится он в гильдии Огники. Кидайте заявочки, вступайте. Первые места. Телега Огни. Кто до БГ не вступил в группу Кик. Вот так вот. Ну что, поздравляю. Теперь у тебя более-менее неплохой аккаунт. Давайте потрешуем дальше. Смотрите, коробок только... Хотя коробок нормально нападало уже. 180, 200. Вот так вот, видите, они второй раз дают 100% уже Огника. Так, скин немножко есть. Поехали еще туда, в ту акцию. Интересно. О, еще рунки, отлично. Так, с этим мы разобрались. Поехали. Магазинное безумие. Что там, 1+1? А, это только наборы обитателя. То есть вот эти только плюсуются. Ну, в любом случае, у него там еще можно дофигище всего собрать. С магазинного безумия. Тут вообще трэш будет полный у него. Ах, 5, 2 сундука, блядь, смешно. Лучше бы я сюда не заходил. Так, разбей яйца, поехали. Интересно, отсюда кто-то вообще выпадает за два пака или нет? Что за бред? Железная воля первого уровня. Смешно просто. Блин, это реально жесть. Нифига, герои отсюда не падают. Так, хватайка, поехали в хватайку. Так, ну я думаю, тут однозначно надо забирать эти самый верхний набор. Тысячу кристаллов Апекса. Тысячу, да? У, 20 жетонов опять. Обалдеть. А, все правильно, это апогея. Все. Ну, лучше Апекс камни забирать. Нереально топовые. Еще 20. Нифига себе. Реально здесь можно натащить. Обалденно. Сорок пять. Ну, для русского сервера, я вам скажу, это реально донаты, топовая акция за такие плюхи. Блин, дадут еще. Отлично. Ну, что могу сказать? Поздравляю. Реально, плюшки просто огонь.
пушка. Давайте еще в императорской кузнице сейчас заберем. Так, сколько тут? Два сундука всего. Я думаю, лучше взять мешки с прайм-эмблемами. Вот такие вот, ребятушки, плюхи. Пишите комменты, лайки, репостики, участвуйте в конкурсах. Всем удачи, всем пока.